Эта композиция одна из первых ушла на фронт и сразу полюбилась многим. В ней отражена главная суть того времени. Миллионы людей пережили расставание с родными местами и любимыми. Александр Щепакин, артист Центра Заречья, с гордостью рассказывает об участии в военно-патриотической эстафете «Салют Победе». В этом году она посвящена Мурманску. Я чувствую, во-первых, гордость за свою страну, за историю нашего народа. И вот, хочется, чтобы это и наши дети слышали, нашу историю, историю нашей великой страны, нашего народа. Настоящий шторм на Северном море устроили артисты культурного центра «Заречья». Стихи, патриотические песни, танцевальные номера. Кульминацией праздника стала передача главных символов этого этапа. Копия Знамени Победы, медаль за оборону Заполярья и морская офицерская фуражка теперь будут храниться в лесном городке. Обо всех ужасах войны знает не понаслышке узница концлагеря Роза Викторовна Волошина. О том, что пришлось пройти, какой ценой досталась победа, говорит до сих пор с дрожью в голосе. Но слова напутствия молодому поколению прозвучали уверенно. Хочется пожелать нашей молодежи, чтобы любили родину, защищали ее, как она нам досталась в трудном таком положении в настоящее время. И чтобы сознавали эти родители и детки, чтобы не убегали за границу, а оставались на родной земле, любили, уважали и пожелать им крепкого здоровья. Патриотическая эстафета «Салют Победе» продолжается. Ее главная цель – напомнить, в первую очередь, молодому поколению о важности помнить и чтить героев-победителей. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».